Flami kiria stomaria globaga gaya. Blemare sorma gachanda. Klor minalambre masetala. Keru kitida bresanda. Kei rama ketro bagendaya. Hallelujah, hallelujah. Дух Святой, благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Благодарим Тебя за то, что у Тебя есть откровение для каждого, кто здесь находится. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь наши сердца мягкими и способными принимать Слово Твое. Благодарение Тебе за то, что небо открыто, за то, что Ты наставляешь нас на всякую истину. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам будущее. Благодарение Тебе за то, что Ты прославляешь Иисуса Христа и напоминаешь все, что когда-либо было сказано в нашу жизнь. Раздели с нами это общение. И пусть этот вечер будет святым вечером. Пусть этот вечер будет временем встречи с Тобой. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Твое великое и святое имя. Аминь. Аллилуйя! Воздайте Господу большую славу! Аллилуйя! Бог на этом месте! Аллилуйя! Я рад возвращаться в нашу прекрасную Латвию после прекрасной Украины, после таких больших, многочисленных служений. Короче, новое поколение из Украины передает привет новому поколению в Латвии. Большой-большой привет. Принимайте. Аллилуйя. Там все хорошо. Присаживайтесь, друзья. Давайте большие аплодисменты подарим нашим лидерам. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Давайте несколько минут еще помолимся на языках, и я поделюсь словом. Драгоценный Господь, Ты знаешь, в чем нуждается сегодня каждый человек, который на этом служении. Кистурма крета басанджи блекатая. Кетармага сутума хаса чембра касатор баледереветая. Я прошу Тебя, скажи слово свое. Ламба сатале бирзу мачиси гробока цебрака цамбругиджирия. Фламинга сотр маши цингра манджата лабрака цамбатаха. Ламбе соту лобишицу тура балакиша цабрама каребрата лабракетея. Ламе намасуне мехасирия устура бидия курба хасирия. Памина ларюста бахаса чопа карта паралокутры бачацетала. Мармана кетур болор береги сотур бачетур поторе береге сатра дая. Лема расонда, ремана ларово сотур манджек летара блоштири дидия. Ламир басенджу брегле штирги бе сотур манджек ла прасторе блештесе гра сотур эригра саталая. Халалуя бласоре балаки сору бечиди грибрега сатулария. Памина ла цурба ха сапатули рибе кештетата. Памина ла ястурбе тингер ба сота лвету ла реблетерия. Калмина ка пустери орубу гута петул йо сотала. Фрамен джигр ма чату ла рбе кецата. Преста ма корба ха сатулоба ба греда.
бамбага сото копетуло армечиде ла брумата. Марабалокотири васитур макретова. Пей руда басата. Пей руба диситур махатола ла балака. Пей рума хаси чедия. Паритул макитур малида ротола. Миларо роситур пекату ла бремака. Фиридус ярму китир яру бигита ла брубала. Мариш зунда лепру манджигра маката. Фирия стопре макаратулерия. Мей лори бресатая. Мей ло бреситру малакитру вахая. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, руководи нами. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, тема моей проповеди – «Взирая на воздаяние». «Взирая на воздаяние». Я хотел бы сегодня проповедовать слово, которое бы могло ободрить, которое могло бы исцелить, которое могло бы нам помочь устоять в это непростое время. Вера – это способность себя ассоциировать не с той реальностью, которая на земле, а с той реальностью, которая на небе. Вот почему важно быть в церкви, вот почему важно слушать Слово Божье, которое открывает нам реальность Царства Божьего. Потому что кризис веры – это когда человек утратил способность видеть то, что в Царстве Божьем, и слышать то, что в Царстве Божьем. И насколько мы ассоциируем себя с земными реалиями, настолько мы становимся слабыми, беспомощными, и мы проигрываем. И очень важно не пропускать служение, потому что именно во время служения приходит Бог, приходит Дух Святой и утверждает нашу веру, потому что вера это быть представителем Царства Божьего на земле. Не наоборот. Вера – это не способность быть представителем земного царства в Царстве Небесном. Наоборот, совершенно. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить вот о каком аспекте. Вера имеет множество граней, и один из аспектов – это быть твердым в вере, взирая на результат и на воздаяние. Надобно, чтобы верующий знал, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает. 100% убежден, ищущим Его Он воздает. Если ты ищешь Бога, Бог всегда выйдет навстречу. Я не верю тому, что если ты ищешь Бога, Бог прячется и наслаждается тем, что ты вот день ищешь, второй ищешь. Я знаю, что Бог приходит навстречу тем, кто его ищет. Он радуется этому. Он даже, ты один шаг к нему сделаешь, а он 10 шагов сделает навстречу тебе. Амин. Ищущим его он воздает. Причем не только встреча, нам нужна не только встреча с Богом. Нам нужна, на самом деле, награда от Бога за тот труд, который мы совершаем. И когда в этом Слове Божьем озвучены все обетования и божественные правила игры, то мы должны понимать, что не сегодняшняя мимолетная ситуация играет роль в моей жизни, а то воздаяние, которое Бог приготовил для меня. Давайте сейчас откроем Евреям 11 глава, прочитаем. Этот легендарный стих. Смотрите, с 24 стиха. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараона, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд».
Итак, взирая на воздаяние, наша вера становится твердой. Взирая на воздаяние, мы можем, оставляя временное греховное наслаждение, предпочитать узкий и тернистый путь, который ведет нас к большему богатству. Страдать с народом Божьим Моисей рассматривал как лучшее сокровище, потому что это страдание он рассматривал как муки рождения или родовые муки того сокровища, которое не тлеет, которое воры не подкапывают, которое по-настоящему нас делает богатыми. Нам кажется, что египетские сокровища, сокровища этого мира, сделают нас по-настоящему счастливыми, защищенными и полноценными. Совершенно нет. Вы знаете, стреляются в трехэтажных домах. И вы знаете, как говорят там на Западе, у вас в бедных странах бедные стреляют богатых, а богатые стреляют других богатых, а у нас богатые стреляют самих себя. Какое счастье! Вы понимаете, вопрос не в материальных ценностях. Существуют духовные ценности. Почему Иисус сказал, прежде всего, ищите Царство Божьего и правду Его, и все остальное Господь приложит. Господь за то, чтобы у нас была гармония между духовным богатством и богатством материальным. Итак, Он взирал на воздаяние. Поэтому Он рассматривал свою позицию во дворце как временное. Он чувствовал себя чужаком. Он был чужой среди своих, а свой среди чужих. Когда он ходил по этим дворцам, когда он изучал египетские науки, когда он был принц Египта, он чувствовал, что он не в своей тарелке. Он чувствовал зов предков. Он чувствовал, что кровь его говорит ему совершенно о другом. И когда он смотрел, может быть, с какого-то высокого этажа своего царского дворца, в ту сторону, где эти рабы несчастные, в одной тунике, пашут с утра до вечера, он смотрел на них, и его кровь, и его дух, его сердце, оно показывало ему и говорит, твоя судьба будет вершиться не здесь, среди египетских сокровищ, твоя судьба будет вершиться там, среди народа Божьего. Ты там должен быть, ты должен что-то изменить среди этих людей. Твоя стихия не Египет, твоя стихия – это народ Божий. Они страдают, но ты придешь туда, и их страдания закончатся. Если ты придешь туда, ты что-то сможешь изменить. Друзья мои, как по-разному можно смотреть на реальность. Он мог бы на месте Моисея, другой бы мог сказать, слава Богу. Видишь, они проклятые, они не понимают, это родословное проклятие работает в их судьбе. А вот я счастливчик, меня родители благословили, я не страдаю. Знаете, так говорят люди недалекого ума. Люди великой судьбы, они рассуждают совершенно иначе. Пришед возраст, они оставляют это временное греховное наслаждение, и они считают, что это мой народ, страдания Божьего народа – это мои страдания, их скорбь – это моя скорбь, и я разделю ее. Он согласился страдать с народом Божьим. Почему? Потому что взирал на воздаяние. Что такое воздаяние? У нечестивых нет будущего. У беззаконников нет будущего. У тех, кто крадет, нет будущего. У тех, кто сегодня упивается грехом, нет будущего. Возмездие за грех – смерть. Все.
все ложные боги исчезнут с лица земли. Но если я принадлежу Богу, если я принадлежу народу Божьему, если я принадлежу праведному народу, у меня есть будущее, у меня есть воздаяние. Нечестивые истребятся с этой земли. Праведники будут наследовать землю. Они наследуют не просто пустынную, ни к чему не годную, солончаковую, бесплодную землю. Они наследуют обетованную землю. Мне все равно, через что проходит сегодня народ Божий. Мне все равно, через что проходит сегодня Латвия и новое поколение. Я взираю на воздаяние. Мы будем матерью тысячи церквей. Мы будем цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве. Если страдать, пострадаем. Если заплатить цену, заплатим. Сколько мы уже платили? Осталось совсем немного. Еще немного. Очень немного. И наши глаза увидят воздаяние, которое придет от Господа. Поэтому укрепите ослабевшие колени. Пожалуйста, поднимите свои руки и не давайте дьяволу возможности бить вас по рукам и разочаровывать. Я взираю на воздаяние. Когда дьявол говорит, посмотри на свои туфли, посмотри на свой дом, посмотри на свое здоровье, посмотри... Я взираю на воздаяние. При чем тут мой пиджак? Че тебе мои штиблеты сдались? Че тебе моя бензоколонка сдалась? И моя машина? Это все временно. Это все транзитные вокзалы. Это все транзитные аэропорты. Я взираю на конечную станцию, на воздаяние. Моя судьба в его руках. Халлелуя! А по пути к этой судьбе, ну мало ли, что мы встретим. Ну мало ли, кто встретится. Всякие бродяги, всякие там бури, всякие там неприятные. Это не моя судьба, я здесь не зависаю. Я здесь не зависаю. Вы знаете, когда я вот на Украине был, извините, пожалуйста, я прилетел в Киев, рейс из Киева в Днепр отменили, мы сели на машину, и где-то 700 или 650 или 700 километров ехали практически через всю Украину на машине. С неба что-то сыпалось, не то дождь, не то снег. Дороги были просто, вот знаете, как украинцы говорят, у нас снег сходит вместе с асфальтом. Какие-то ямы, как после бомбежки. Слава Богу, со мной был Людвиг. Он как Дух Святой меня всегда поддерживал. И представляете, едем, проезжаем такие убитые села. Просто света нету. Какие-то, я не знаю, какой-то ужас. И вот бы я сейчас остановился и сказал, да, смотри, какие дороги разбиты. Посмотри, здесь фура куда-то уехала, там в обочин. Причем тут? Я взираю на воздаяние. Я смотрю на конечную станцию. Я буду в библейской школе, где меня ждет 500 человек, благоустроенный дом и прекрасная церковь. Мало ли, что мы встретим по пути. Мало ли, что мы встретим транзитом. Вот бы зацикливались сейчас. Но что ж такая стоит столовка здесь, а? Крысами кормят. Посмотри, какие люди там же. Какая разница? Это не моя конечная станция. Не в столовку я еду. Я еду мимо нее. Посмотри, какое проклятие. Посмотри, сколько здесь несчастных. Я еду мимо. Цель моего назначения. Это не какая-то дурная компания или какая-то деревня. Цель моего назначения – обетованная земля. Мало ли, через какие промежуточные пункты тебе приходится проезжать. Смело пролетай и взирай на воздаяние. Амен! Что меня впечатляет? Меня впечатляет проект «Геомизор», который мы сделаем в конце ноября в городе Харьков. Я туда зашел, такой театр, 3 яруса, 1500 посадочных мест, сцена, на которой можно делать, я не знаю, что угодно. Ты спрашиваешь, что меня греет сегодня? Меня греет премьера
музыкального проекта «Геймизор», который мы будем показывать 6 раз в этом театре. Меня это вдохновляет. Я понимаю, тебя не вдохновляет, завтра вдохновит. Ты просто еще не понял этого важного откровения. Мы взираем на воздаяние. Мы взираем на воздаяние. И современные Валтасары увидят великого Бога. Амин. Мы были в Донецке. В Донецке была заполнена аудитория. Вы знаете, это вообще прекрасная картина. Мы с вами попадаем, как будто, знаешь, на одинокую, в одинокую, голую пустыню или планету, где людей становится меньше, потому что, ну, не знаю, чужеземцы забирают их, что ли. На Украине столько людей, это ужас. В любую дыру заезжаешь, люди, 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 люди. Сюда приезжаешь, стулья, 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 стулья. Некоторая разница такая. Ну вот в Донецке. Аудитория забита, просто людей так много. Я там проповедовал, а потом после меня Людвиг выходил и говорил: знаете, вот у нас будет геймизовер, и нам нужны партнеры, и если вы желаете, пожалуйста, вы можете взять анкетки и заполнять. И мы уехали оттуда. Что такое вера? Видеть будущее, жить будущим, взирать на воздаяние и быть твердым. Когда ты взираешь на воздаяние, когда ты видишь свое будущее, ты будешь твердым, видя невидимо, он был тверд. Я абсолютно убежден, деньги мы соберем. Премьера будет блестящая. Молва разойдется, и мы будем на другой орбите. Потому что за этим откровением стоит сам Бог. Это не просто блажь какого-то съехавшего с христианских рельсов пастора на старости лет. Нет, совершенно нет. Это как раз есть откровение зрелого пастора, который знает, что он делает. Аллилуйя! Человек, который взирает на воздаяние, его никто никогда не остановит. Он будет легко перешагивать через временные неудобства и дискомфорт, чтобы быстрее достичь той цели, которую Бог определил для него. И представляете, на следующий день пастор этой церкви, новое поколение в Донецке, сообщает нам: слушайте, вчера на служении был вице-мэр Донецка. Донецк там 2 миллиона, да? В Донецке 2 миллиона живет. Вице-мэр. Ну, да представьте себе, почти как Айнар Шлессер тот, украинский. Вице-мэр, женщина, была на служении вместе со своим мужем, который является бизнесменом. Они были настолько впечатлены, передали, говорят: спасибо, этот человек так хорошо служил, такие вещи говорил. А я говорил о патриотизме, о ревности и так далее. И мы взяли анкету, и мы теперь ее заполнили, и будем вашими партнерами. То есть мы постараемся финансировать тоже эти проекты. Слышите? Взирая на воздаяние! Взирая на воздаяние! Взирая на воздаяние! Мы будем идти смело и увлекать за собою не только простых, обыкновенных, но и не совсем простых. Амин. Вице-мэры будут нашими партнерами. А завтра цари принесут дары Богу и воздадут ему всю славу. Ребят, если бы у нас не было будущего, если бы мы только сидели и ворчали, и говорили: ой, как хрен, ой, как плохо, посмотри, и жить невозможно, цены, сосульки на головы падают, посмотри, сколько машин разбили, соли нет уже сыпать на дороги, вы же соль земли, где ваша соль? Да надоело одно и то же, надоело одно и то же, надоело одно и то же. Взирай на воздаяние! И за тобой весь мир пойдет. Весь мир ропщет. Если ты будешь как весь мир, ты погибнешь как весь мир. Но наше отличие от этих людей заключается в том, что мы не люди настоящего, мы люди будущего. Потому что мы взираем на воздаяние. Аллилуйя! Аллилуйя! Моисей взирал на воздаяние.
Моисей взирал на воздаяние. Мы говорим о праздниках поклонения. Когда мы проезжали по Донецку, мы увидели, просто знаете, это просто как шок. Донбасс-арена. Это новый стадион, который выстроили там. На 60 тысяч посадочных мест. Очень скоро на Украине будет чемпионат по футболу. Поэтому там готовится европейский чемпионат по футболу. Поэтому готовят стадионы. Ой, какая подсветка. Я такого не видел. Я такого не видел. Я говорю, все светится. Синим светом подсветка, как будто летающая тарелка. Откуда-то слетела из Латвии, как будто вылетела и туда прилетела. Инфраструктура, какие там. Ну вот это здорово. И знаете, 100% гарантирую, вот там мы будем ставить самые глобальные проекты нового поколения. Стройте, стройте, стройте! А мы попозже придем. Аллилуйя. Я сегодня вдохновляю тебя обновить свои цели, обновить свои отношения с Богом и знать воздаяние. Я знаю, что из-за того, что я верен Божьим откровениям, которые Бог мне дал, и в течение 20 лет я им не изменял. Мы однолюбы. Менять откровения мы не собираемся. Сегодня вы это верили, завтра повернулись. Мы не будем поворачиваться спиной в такое непростое время. Гомосексуальное. Поэтому мы будем обращаться к Богу лицом и из откровением менять не будем. И за то, что ты верен откровениям Божьим, Бог приготовил для нас величайшее воздаяние. Он сказал, верен в малом, будешь стоять над многим. Хватит ворчать и роптать. Всем плохо. Мне что ли хорошо? Посмотри, как я веселюсь. Мы живем верою. Слышишь? Я могу тоже съехать на рельсы ропота. Я тоже могу, как человек, просто расслабиться и говорить, ну да, христианское правительство. Шлессер уже со Шкели тусуется, этот брак еще круче будет, да. Вообще тогда, ребят, куда мы попали? А зачем об этом говорить? Вы знаете, свет клином ни на ком не сходится. Свет клином сошелся на одном только человеке, имя которого... А вы откуда знаете? Ну мы же верующие. Амен. Банихин, слышали? Вот там его жена подала. Свет клином на ком-то сошелся. Пусть все разойдутся, а мы не будем расходиться. А мы не будем разводиться. Ну что, вначале не было так. Наша вера, но не на человеческих авторитетах. Наша вера строится на авторитете нашего Господа Иисуса Христа. Ты слышишь, о чем идет речь? Скажи, нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя моего драгоценного Спасителя. Имя которому Иисус Христос. Аллилуйя. Когда мне задают вопрос, ну а как вот комментарии насчет таких новостей? Конечно, плохая новость. Конечно, как гром среди ясного неба. Конечно, это шок. Но это не повод для нашего зачем. Ну вот, а мы думали, доброе утро, Банихин, а что ж теперь делать? Я Андрею Тищенко говорю, молодец, что успел до развода пригласить на Украину. Сейчас уже как здесь? Вы знаете, мало ли что в жизни может произойти. Мы сегодня, мы смотрим на жизнь реально. Мы смотрим на жизнь реально. Звезды гаснут и падают. Какие-то падают, какие-то остаются. Это не должно влиять на нас. Это не повод к разочарованию. Это повод к ревности сказать, а у меня все будет по-другому. А у меня все будет по-другому. Знаете, ходил Енох перед Богом, не стало Еноха. Почему? Потому что Бог взял Еноха.
И он при жизни своей получил свидетельство, что он угодил Богу. Енох седьмой от Адама. Представляете? Семь поколений прошло, и в каждом поколении говорили, да, наш праотец Адам, да, согрешил. И вот из-за него Едемский сад закрылся. Адам ходил с Богом, потом его выгнали из Едема. Поэтому все, ребята, родословное проклятие вступило в силу. Не видать нам Едема, как своих ушей. Это рассказывал второй от Адама третьему. Третий все усвоил. Рассказал четвертому от Адама. Слушай, в Едем возврата нет. Мы все заложники проклятия Адама. Вот тебе Адам, Садам. Вот из-за него всем нам плохо. И возврат. И четвертый рассказал пятому. Пятый рассказал шестому. Это уже превратилось в такую, ну как сказать, это уже целую, ну как, культурное наследие. Культурно-религиозное наследие, которое из рода в род, из одного рота в род, другому передавалось, из уст в уста. Туда дороги нет. С Богом Бог больше с нами гулять не будет в Едемском саду. И вот надо же, а когда шестой от Адама рассказал седьмому, то есть Еноху, Енох сидел, эту басню слушал. Нет, с Богом больше никто не пойдет. Бог ни с кем гулять не будет. Дорога туда заказана. И седьмой говорит шестому. Эй, шестерка, ты-то откуда знаешь, что с Богом больше нельзя построить отношений? Не-не, уже вот в первый второму рассказал, второй третьему, четвертый, а ты кто такой? А вот я возьму да попробую. И седьмой, представьте, седьмой, который уже должен вообще быть конченным отступником, седьмой сказал, нет, а я попробую. А вот я возьму и попробую. Неформал, бунтарь, что тебе деды говорили? Что тебе бабы говорили? Свои и чужие, что тебе говорили? Предки, ты восстал против закона? Да, восстал против закона. Хочу с Богом пообщаться. И никакие заповеди человеческие не помешают мне попробовать. А можно попробовать? Нет. И этот хулиган, седьмой от Адама, под названием Енох, был неплох. Он не был лох. И пошел Енох поперек всех человеческих заповедей. И он пошел назад. Идет вперед. Они говорят, все, парень, пропал. Там стоит ангел и кромсает всех, кто попытается прийти туда. А Енох прошел, никто не остановил, вошел в Едем, никого нету. Смотри, Бог, я Енох. Привет. А Бог говорит, а что так долго ко мне никто не приходил? Ну как не приходил? Нам бабушка, прадедушка, дедушка, все рассказывают, что это невозможно. Плохо. Енох, ты молодец, ты мне нравишься. И ходил Бог с Енохом. А Енох ходил с Богом. И Енох понравился. Знаете почему? Потому что зов. У нас у всех есть зов предков. У нас есть зов Божий. У нас кровь. От одной крови Господь произвел весь род человеческий. И мы должны быть честными. Если тебя тянет к Богу, никакой человек тебя не остановит. Никакая религия тебя не остановит. Если тебя тянет к Богу, никакая система тебя не остановит. Халлелуя! Ты перешагнешь через все эти запреты, и ты с Богом встретишься. Синагога, все начальники синагог собрали совет директоров и решили, что из-за того, что Иисус сейчас просто причина банкротства всех этих синагог, потому что толпы нету, кто будет с Иисусом встречаться, всех увольняем. Дисквалификация. Все под страхом ходят. Нельзя с Иисусом ходить. Пока проблема не постучалась в двери Иаира.
Я ей говорит, не-не, я не хочу, чтобы моя доченька умерла. Но ты же лишишься работы. Ну, плевать. Я хочу, чтобы доченька была у меня жива. И поперек всей системы, поперек всех правил, поперек всех вот этих циркуляров, которые гуляли, мне никто не помешает встретиться с Иисусом. И он пришел и встретился. Оказывается, можно с Иисусом встречаться даже начальником синагог. Можно с Иисусом встретиться любым депутатом. Можно с Иисусом встречаться даже царям. Аллилуйя! Перед кем мы ходим? Вот это главный вопрос. Я не хочу ходить перед людьми. Я хочу ходить перед Богом. Потому что воздаяние от людей мне не нужно. Мне нужно воздаяние от Бога. Аллилуйя! Он взирал на воздаяние. И он получил все, что он хотел. Итак, следующее место. Давайте посмотрим. Следующее место это Иеремии 1 глава. Он взирал на воздаяние. Следующее место это то, что касается нашей судьбы. Что такое взирать на воздаяние? Воздаяние это такая уже награда за то, что человек понял, кто он, понял, кто есть Бог, и понял, что Бог для этого человека определил, какую нишу. Вы знаете, мало ли, чего я хочу, мало ли, о чем я мечтаю. Я то, что Бог обо мне придумал, а не то, что я себе придумал. И вот смотрите, какой трогательный момент. Почему нам нужно знать Бога? Во времена отступничества, во времена кризиса, во времена, я не знаю, глобального охлаждения в любви и вере нам нужен Бог еще больше, чем когда-либо. Нам нужно знать Бога и знать Его воздаяние. Смотрите, книга пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. «И было ко мне слово Господне». Я так бы хотел, чтобы кто-то сегодня услышал это слово. Это слово, которое может обжечь наше сердце. Это слово, которое может взбудоражить наш дух. Это слово, которое может всякий мусор очистить и выкинуть из нашего сознания. Кто вам сказал, что дьявол хозяин твоей судьбы? Кто тебе сказал, что религиозная синагога кузнец твоего счастья? Судьба человека от Бога, все. Судьба человека от Бога, точка. И вот посмотрите, что здесь Бог сказал этому молодому парню. Это был юный, почти зеленый пророк. Он даже стеснялся. Все пророки с бородой, с усами, а это даже без усов был. Без бороды. Юнец. Он даже стеснялся выходить, потому что он как мальчик выглядел. А Бог ему говорил, не говори, что ты молод. Если старики не могут меня слышать, я буду молодежь избирать. И куда я тебя пошлю, будешь говорить. И что тебе поручу, ты сделаешь это. Я вознагражу тебя, взирай на воздаяние. Прочитаем 5 стих. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. Какая сильная мысль. Прежде нежели я образовал тебя, я познал тебя. Я познал тебя. Что за загадка такая? Как же мужчина познает женщину? Как человек, который познает истину.
как Бог, который познает личность, прежде нежели появился зародыш в чреве. Что такое познание? Это отождествление. Это когда двое стали одной плотью. Когда муж познает жену, они вдвое становятся одной неразделимой плотью. У них одна судьба. У них одна дорога. Они становятся единым целым. Я думаю, что это касается не только молодого пророка Иеремии. Я думаю, это касается каждого из нас. Прежде нежели Бог образовал нас, Он познал нас. Он сочетался с нами. Он сказал, я хочу быть с тобою единым, целым, неразделимым. Я не хочу конфликтовать с тобой. Я хочу быть с тобой в абсолютной гармонии. Ты ничего не знаешь, а я знаю все. Я знаю, кем ты будешь. Я знаю твои таланты. Я заложу, прежде нежели образовал. То есть, Он уже нашу идею, вот этот вот весь сценарий жизни, Он все прописал. И для Иеремии Он говорит, я хочу, чтобы ты был вот таким, таким и таким. Для того, чтобы ты стал пророком для всех народов, я дам тебе все необходимое. Я заложу в тебя все таланты и способности, все файлы твои. Я заполню соответствующим содержанием. Как трогательно Бог работает прежде нашего рождения над каждой человеческой личностью. И как безобразно человек обходится с этим. Даже не поинтересовавшись, Бог, ты автор, ты творец, ты архитектор. Кто я? Подскажи мне. Прежде нежели я образовал тебя, я познал. Прежде нежели Бог дает нам право познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, о чем Павел говорит. Господь говорит, я прежде познал тебя, поэтому хочу, чтобы ты теперь познавал меня. Мы должны быть взаимны. Павел говорит, прежде чем стремиться к познанию Бога, я знаю, что я был познан. И я знаю, что это относилось к Павлу непосредственно. Он говорит, Бог, который предизбрал меня от чрева матери, чтобы я проповедовал Евангелие. Бог, предизбравший меня от чрева матери, благоволивший открыть во мне Сына Своего Иисуса Христа, чтобы я возвестил имя Его по всему языческому миру. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Я согласился. Нам кажется, что наша судьба начинается в роддоме. Нам кажется, что наша судьба начинается в детсаду. Кому-то кажется, что наша судьба начинается в школе. А кто-то думает, что судьба начинается после того, когда мы получаем диплом об окончании какого-то учебного заведения. Нет, нет, нет. Наша судьба начинается задолго до того, как мы появляемся в чреве нашей матери. И наша вера или наша мудрость заключается в том, чтобы однажды разобраться. Бог, кто я? Подскажи мне, пожалуйста, чтобы я знал свои дороги и чтобы я не ошибался, кем ты избрал меня. И когда Господь встречается с нами, Боже мой, начинается самое главное. Бог относится к тебе и ко мне через призму судьбы, а не через призму сегодняшних обстоятельств.
Вы знаете, если Бог познал меня прежде моего рождения, Он смотрит меня, на меня не через призму сегодняшней обстановки, кто я. Я могу даже не понимать этого. Я могу годами сознательно или благодаря невежеству искажать этот план, но Бог терпелив и говорит, я с тобой однажды встречусь. И я помогу тебе войти в русло твоей судьбы. Хотя ты можешь 20 лет, 30 лет пытаться пристроиться в жизни то к тем условиям, то к этим условиям. Садиться то в эти сани, то в эти сани. Работать то вот этим, то вот этим. Пока однажды измотавшись, мы не капитулируем перед Ним. И сам Господь Иисус Христос скажет тебе, я познал тебя. Это не твоя работа. Этот египетский дворец, это не твоя судьба, народ Божий. Это твоя судьба. Друзья, много людей пытались и воспитывать, и указывать. Был такой христианский авторитет, который мне откровенно в глаза говорил, что ты мнишь из себя, нашелся, тебе надо умные книги читать, у тебя нет специального богословского образования, и ты никакой не учитель и ничто остальное. Знаете, друзья мои, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Наша судьба не в руках людей, наша судьба в руках нашего Господа, который познал нас, прежде чем мы появились на этот свет. Меня эта мысль обжигает. Я не хочу прожить напрасно свою жизнь. Я не хочу прожечь свои годы и промотать их, чтобы в конце жизни, потом как блудный сын, принести Богу свои лохмотья и свои вонючие остатки плоти. Это тоже вариант. Лучше так, чем вообще в ад идти. Но я хочу говорить о полноценной судьбе. Когда ты приходишь к Богу с трофеями, с победами, с большими наградами, и сказать, Бог, то дело, которое ты мне поручил, я его исполнил. И я хочу прославить тебя. Я хочу как победитель наследовать все, а не почти все. Прежде чем мы родились, Он познал нас. Драматический путь познания. Давайте откроем Галатам. Откроем Галатам. Павел откровенно делится своими переживаниями. Давайте посмотрим. Он говорит так. Вы слышали о моем прежнем, это Галатам 1:13. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее. Не всегда мы сразу понимаем, кто мы. Может быть, десятилетия требуются нам, чтобы до конца разобраться, для чего я живу на земле, кто я. Сражаясь с Богом, мы сражаемся со своей собственной судьбой. Недавно я прочитал из Фридриха Ницше фразу, которая оставила у меня очень глубокое впечатление. Его родители – это священники, которые изучали богословие, теологию. И Фридрих, видя условия жизни, видя церковь, скорее всего, он был рожден в каких-то жесточайших проклятиях. Короче, когда он повзрослел, получил степень образования, ему принадлежит идея создания сверхчеловека. И его тезис был таков. Настоящий человек с большой буквы, то есть сверхчеловек, это тот, который способен убить в себе живого Бога. Если ты в себе уничтожил и убил живого Бога, ты сверхчеловек, и ты свободен. До тех пор, пока Бог контролирует твоей жизнью, ты ничтожество, ты раб, и ты несостоявшийся человек.
Последних 11 лет автор этих доктрин провел в сумасшедшем доме с абсолютно помутненным разумом. Тот, кто сражается с Богом, он заканчивает плохо. Он заканчивает плохо. Я не хочу заканчивать плохо. Я не хочу, чтобы ты закончил плохо. Мы должны закончить хорошо. Мы должны закончить хорошо. Течение совершил, веру сохранил. А теперь Господь готовит мне венец жизни. И не только мне, но и всем остальным. Это дьявол говорит, убей всего Бога. А Бог говорит, убей в себе дьявола. Распни свою плоть со страстями и похотями и позволь Богу стать хозяином твоей жизни и твоей судьбы. Смотрите, сколько десятилетий юноша стоял на месте казни, когда Стефана побивали камнями. Когда этот святой человек поднимал руки и говорил, Боже, прости им, ибо не знают, что делают. А эти ожесточенные до фанатизма, разъяренные религиозные фанатики брали булыжники и просто с 5 метров, с 2 метров, со всей дури, что есть, они просто бросали эти булыжники, разбивая в кровь тело этого святого человека. И стоял Савл и смотрел, во, еще один враг уничтожен. Вот так мы разберемся со всей назарейской ересью. Вот так вот мы уничтожим всех врагов иудейских традиций. И Бог смотрел сверху. Не туда идешь, парень. Он был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Другие религиозники, они были менее либеральны. Но этот взял письма и пошел в Дамаск для того, чтобы не только в одном городе, чтобы просто это, он возглавил карательные отряды, чтобы по всей земле иудейской закончить, покончить с этой назарейской ересью. И вот здесь он говорит, что вы знаете о моем прежнем образе жизни, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее. Страшные строчки. Страшные строчки. Не просто гнал церковь. Не просто информация, клевета. Опустошение церкви. Это когда берутся лидеры, берутся пасторы, когда всех берут и убивают. Опустошение церкви. Не за счет того, что что-то не понравилось, просто физическое истребление. Это был каратель. Это был инквизитор. И для меня это был такой парадокс читать вот эту историю. И представляете, какие контрасты. Я преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. И так бы продолжалось дальше. И так бы продолжалось еще дальше. Но Бог, который познал меня прежде моего рождения, Он встретился со мной, чтобы объяснить мне некоторые вещи. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Какая встреча! Давайте откроем сейчас Деяния апостолов и прочитаем, как он подробно рассказывает о своих переживаниях. Я думаю, друзья, прежде чем найти свою судьбу, прежде чем попасть правильному камешку в свое гнездышко, прежде чем нам на самом деле уютно разместиться в своих санях, прежде чем нам найти свое место под солнцем, многим приходится проходить эту драматическую школу.
сражаясь с тем, что для нас является спасением, возлюбив то, что для нас является проклятием. Мы любим то, что губит нас. Мы ненавидим то, что нас спасает. Но Бог хочет навести гармонию в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы познакомились с самими собою. Нам кажется, что, уничтожая назарейскую ересь, я есть как раз тот, кто я есть. Оказывается, нет, ты тянешь чужую роль. Это не твоя роль. Твоя роль – стать другом тех, кого ты убиваешь. Кто может это сделать? Это может только сделать Господь. Деяния апостолов, 22 глава. Потрясающее свидетельство. Как человек входит в твою судьбу. Как Бог входит в твою судьбу. Еще раз, Бог относится к тебе через призму судьбы, а не через призму сегодняшних обстоятельств. Когда он еще грешил, Господь говорит, это мой избранный сосуд. Какой парадокс. Я тебя вижу не в той компании, я тебя вижу в этой компании. Мало ли где сегодня, каждый из нас может оказаться, но когда ты знаешь, что Бог, который избирает тебя прежде твоего рождения, Он способен вытащить тебя из чужой компании и определить тебя в той компании, которую Он для тебя определил. Не во власти идущего давать направление стопам своим. Я верю в божественное вторжение в нашу неустроенную жизнь, потому что Он способен это сделать. Для меня главное знать моего Бога, знать мое призвание, знать, что время работает на меня, потому что я служу моему Богу, я взираю на воздаяние. Потеряться в этом мире страшно. Потеряться в этом мире страшно. Кто я не знаю. Где я живу, ничего не знаю. Я как оторванный листок. Ветер меня несет. Я не знаю, что со мной. В чем моя судьба? Это самое большое проклятие. Мы должны знать, кто мы. Мы должны знать, на какой земле я должен жить. Во имя каких интересов я сражаюсь. Во имя чего я плачу цену. Я должен закончить жизнь как победитель. Зная, с кем я, против кого я, во имя чего. Послушайте свидетельство, потрясающее свидетельство. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Трижды в полном объеме апостол Павел рассказывает о самом главном переживании в своей жизни. О том, как произошел излом его судьбы. Когда он из одной роли был трансформирован в другую роль. И это свидетельство должно научить нас чему-то. Если ты чувствуешь, что ты в чужих санях, останавливай, нельзя двигаться дальше. Если ты тянешь чужую роль, остановись. Если ты одела Сауловой одежды, это не твоя роль. Давайте быть теми, кем нас сотворил Бог. Аминь. И он говорит, послушайте меня, мужи, братья. Вот мое оправдание перед вами. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения. Связывал и предавал в темнице мужчин и женщин. Как свидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Какие страшные слова, говорит Павел.
Другими словами, он говорит, я был негодяй, я был мерзавец. Я был религиозный фанатик, но я по правде законной был непорочен. Я исполнял закон. И мне тогда казалось так, я не лукавил, я не фальшивил. Меня так научили, меня так воспитали, меня так наставили. Я был продуктом того религиозного воспитания. Поэтому я поступал по совести, и мне казалось, что убивая этих христиан, я служу Богу. Он шел в Дамаск для чего? Для того, чтобы еще 1000 христиан связать и привести их в Иерусалим для истязания. Какие мрачные будни служителя Божьего. Какая страшная религия и как страшно выглядят религиозные служители. Это не было КГБ, это не было ГРУ, это было служение Богу. И представляете, руки по локоть в крови. И человек говорит, это моя судьба. Дайте мне письма. Я еще 1000 этих негодяев притащу в Иерусалим. Я даю гарантию, что с этой ересью будет покончено. Я клянусь. Я потомок настоящих иудеев. Мы с ним все покончим. Как быстро может все поменяться? И дальше. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я ответил, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Вот произошла встреча. Так как вы сделали одному из малейших сих, вы это сделали мне. Иисус здесь не сказал Савлу, ты истребляешь моих сыновей или ты истребляешь моих дочерей. Видите ли, еще раз подтверждается закон, я познал тебя, прежде чем ты был рожден. Иисус познал своих детей, поэтому когда кто-то причиняет боль народу Божьему, телу Иисуса Христа, ты наносишь боль и страдания самому Господу. Он влачил мужчин и женщин на самом деле. Он влачил Иисуса Христа. И Иисус сказал, слушай, ты имеешь дело со мной. Ты истязаешь меня. Ты бичуешь меня. Ты пытаешься меня убить. Ты меня не убьешь. Я был мертв. И теперь я воскрес, я живой. Ты пытаешься бороться с мельницами, а ветры продолжают дуть. Я Иисус, которого ты гонишь. Момент прозрения – это трагический момент. Но он так необходим. Прежде нежели ты появился на свет, я познал тебя. Какой наш Бог многогранный? Какой наш Бог многогранный? Он познал и тех, кого Саул убивал, и он познал того, кто взял на себя эти функции палача. Как это все сходится в нем, как это все уживается, как это все объединяется в нем, для меня это непонятно. Он хозяин нашей судьбы. И он остановил Савла для того, чтобы сказать ему, парень, ты тащишь чужую роль, это не твое. Ты убиваешь, это не твоя профессия. У тебя от чрева, он говорит, Галатам, 1 глава, 18 стих, он говорит, Бог избрал меня от чрева матери, а я до 30 лет продолжаю нарушать ту волю Божью, которая была прописана
И великий героизм Павла заключился в том, что он смог остановиться и вылезти из этих саней. И сказать: а кто ты, Господи? Иисус, которого ты гонишь. И он мог смело, набравшись мужества, задать вопрос: что повелишь мне делать, Господи? Друзья, какой здесь урок? Давайте будем смелыми. Какая разница, сколько лет ты сидел там, в кресле? Какая разница, сколько лет ты работал в том офисе? Какая разница, сколько ты лет работал там или там, если Иисус пришел к тебе и сказал: ты не на своем месте, не держись за кресло. Повинуйся Богу. Павел говорит: я не стал советоваться с плотью и кровью. Я сказал: Бог, да будет воля Твоя. Что Ты мне повелишь делать? Амин. Потому что если я войду в Твои планы, воздаяние будет великое и благословенное. Амин. И вот дальше Павел раскрывает свой внутренний мир. Бывшие со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать? И Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что назначено тебе делать. Друзья, кто назначает нам работу? Кто назначает нам, что делать? Это Господь Иисус Христос. Что мне надлежит делать? Иди туда. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошел и сказал мне: брат Савл, прозри. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его. Три вещи, которые Анания ему изрек в пророческом помазании. Первое. Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его. Для чего Бог избирает меня? Для чего Бог избирает тебя? Для того, чтобы ты в первую очередь познал волю Его. То есть, кто я? Кем ты меня видишь, Бог? Какова моя профессия и каково мое призвание? Первое. Второе. Увидел праведник и услышал голос из уст его. Познать волю его, увидеть Господа и услышать голос из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Вот настоящая судьба. Вот новая страница. Вот Божья воля. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И услышал его. Только что она не ему пророчествовала: дорогой брат, как тяжело было Анании говорить эти слова. Человек, на совести которого тысячи убиенных, невинных мужчин и женщин, говорит ему: брат, избранный сосуд, Бог тебя предизбрал. Для этого тоже нужна изрядная доля мужества.
Бог избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, чтобы ты увидел Его и услышал голос. Прошло немного времени, и Павел говорит, я пришел в Иерусалим. Я молился, я вышел из тела. Это состояние исступления. И когда я молился, я увидел Его в Иерусалиме. Иисус явился Ему. И Он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Боже. Оказывается, не просто прости меня, Господь. Там начинается совсем другая орбита. И Бог сказал, уходи из Иерусалима. Ты хочешь это свидетельствовать церквам, которых ты опустошал? Тебя там не примут. Друзья, маршруты нашей жизни, от кого они зависят? Они зависят от Господа. Какое великое счастье встретиться с Ним, зависеть от Него, понимать волю Его, маршруты Его. Уходи из этого города. Твоего свидетельства не примут. А я хочу, чтобы твое свидетельство все-таки звучало. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетельство Твоего, я стоял там, и я одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Какое свидетельство? Это нестандартно. Прежде нежели ты появился на свет, я познал тебя. Я совокупился с тобой. Твоя судьба и моя судьба, они сошлись вместе. Я хочу, чтобы эти планы, которые были до твоего рождения, чтобы они материализовались и осуществились. Братья и сестры, сегодня мы остановились на наших путях. И сегодня здесь такое специальное помазание, когда мы можем пообщаться с Богом и сказать, Бог, проверь меня и зри, не на опасном ли я пути. Опасный путь, когда ты идешь против Его плана. И направь меня на путь вечный. Если мне не надо быть в Иерусалиме, я пойду туда, куда Ты посылаешь меня. Я так часто ходил своими путями. Я так часто выбирал свои маршруты. Я так часто делал ошибки, роковые ошибки. Убивая то, что должно жить. И оставляя то, что должно умереть. Но сегодня, Бог, мы перед Тобою. Прежде чем взирать на воздаяние, давайте воззрим на того, кто дает нам судьбу. Амин. Моисей тоже вначале думал, что принц Египта – это его судьба и это его призвание. Все потом поменялось. Давайте закроем глаза и помолимся, чтобы Бог указал нам наше место под солнцем. Дух Святой. Кеба малака суммар я самбра манджейра блатю брекетсетери. Кила малеме сор ми кетур бачетери. Ламен греба сота лара блештерези. Громен джигибара глото рабаке сотурбали джизак рабата. Я прошу Тебя, драгоценный Господь, прикоснись сегодня к нашим сердцам. Мы не хотим ошибаться в своей жизни. Мы хотим знать волю Твою. Мы не хотим петь чужие песни.
Мы не хотим греться у чужих костров. Мы не хотим тянуть чужую лямку. Мы хотим исполнить Твою волю. Боже, проговори каждому из нас, кто мы, где мы, куда мы, к чему Ты призвал нас, прежде чем мы родились, прежде чем мы появились в этот мир. Ты возлюбил нас, Ты познал нас, Ты соединился с нами. Прости, что столько лет мы конфликтовали с Тобой. Мы шли против рожна. Прости нас за то, что разрушали Твои великие извечные планы. Господь, в этот вечер мы хотим сказать: не наша воля, но Твоя воля да будет. Мы живем только один раз. Поэтому мы открываем свои сердца и просим Тебя: помоги нам исполнить Твою волю. Не советоваться с плотью, не советоваться с кровью. Господь, вот наше сердце. Господь, вот наши уста. Вот наши сердца. Вот наша судьба. Драгоценный Дух Святой. О, Иисус, Иисус, Иисус. Мы открываемся перед Тобою. Мы любим Тебя. Пусть наша жизнь прославит Тебя. Пусть наша жизнь возвеличит Тебя. Освети нас. Очисти нас. Открой наши глаза, чтобы видеть. Открой наши уши, чтобы слышать. Чтобы познать Тебя. Пусть эти встречи происходят чаще. О, пусть эта встреча с кем-то произойдет в этот вечер. Глома самбре манчеги бахая. Глори. Глома мэре самбре чей. Халлелуя, пама сумбаха чатая. Глориме самбру бареглишта махая. Твоя милость превозносится над судом. Твоя милость возвышает нас. О, Иисус, Иисус, мы хотим знать свое место, свое призвание. Кто мы? И что здесь мы делаем? Открой нам свою дорогу. Открой нам свое призвание. Хелабар сучебрегетири. Хелама чимбрегетигретиригриталара блощатсата. Халлелуя. Если ты знаешь свое место, если ты знаешь свое дарование и жизненное предназначение, молись, чтобы Господь умножил твое влияние. Чтобы Господь умножил твое служение, чтобы оно было помазано силою Божьей, чтобы огонь Божий наполнял твой жертвенник. Эй, рапрекатолья! Никто да не пренебрегает юностью твоею, никто да не пренебрегает старостью твоею. Во имя Иисуса судьба твоя не в руках людей. Твоя судьба не в руках системы. Твоя судьба в руках Господа.
Аллилуйя, шейк сатая. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Я сказал, что повелишь мне делать, Господи. И Господь повелел мне. И я пошел этой дорогой. И я не жалею об этом. Аллилуйя. И заключительное место, резюме апостола Павла, Деяния 20, 24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я прочитаю еще раз. Но я ни на что не взираю. Я взираю на воздаяние. Я не дорожу даже своей жизнью, чтобы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа. Служение вручает тебе не человек. Служение вручает тебе сам Господь Иисус Христос. Павел говорит, я не взираю ни на что. Я не дорожу своей жизнью, чтобы с радостью исполнить поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие Царства Божьего. Дух Святой, я молюсь сейчас за всех служителей. Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы трепетали. Помоги, чтобы мы дорожили. Чтобы мы трепетно исполнили то поприще и то служение, которое мы приняли от Господа. Аллилуйя. Блесса Маригус Отимбахасата. Лембра манджези, крупале креста, ты кримбахаса чингритея. Пожалуйста, пасторы, выйдите вперед. Я хочу помолиться за вас. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Я ни на что не взираю. И не дорожу даже своей жизнью, чтобы с радостью исполнить поприще мое и служение, которое мы получили от Господа. Подними руки и скажи: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне это служение, за то, что Ты поручил мне это поприще. Я благодарю Тебя за эту честь, за то, что я могу благовествовать Твое Евангелие. Я не буду советоваться с плотью и кровью. Я обещаю Тебе свою верность. Я обещаю Тебе свое послушание. Я не буду советоваться с плотью и кровью. Я исполню волю Твою во имя Иисуса. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой, Ты здесь. Дух Святой, Ты здесь. Дух Святой, Ты здесь. Дух Святой, Ты здесь.
познал меня до рождения. Помоги мне познать тебя после рождения.